Bueno. Y tú por probar con tus, no es más. ¿No? Ah, bueno. Un poco. Так, дорогие друзья, меня не видно вообще? Дорогие друзья, спасибо, что заглянули на мой день рождения. У меня тут вечеринка по случаю. Так, меня немножко отвлекает вот это вот все, но я постараюсь сосредоточиться. Я очень, очень рада. Давайте это закончится, я вам нормально скажу. Так, значит, специально решила записать этот кусочек, чтобы в этом непростом году, вот, хоть один день в году я смогла проснуться и почитать поздравления, ваши добрые слова с пожеланиями там любви, счастья, здоровья, а не жуткие новости. Я надеюсь, что это мне очень поможет не впасть в уныние, не вот в эту вот старость, не радость. Я не особо люблю свой день рождения, но надеюсь, что вы мне поможете провести его с улыбкой, радостно и вообще здорово. Собственно, цель этого ролика — напроситься на подарочки, пожелания и всяческие добрые слова. Честно, откровенно об этом и говорю, потому что, как любят у нас шутить в этом году, неизвестно, будет ли у нас такая возможность в следующем. Но, если честно, я надеюсь, и даже не надеюсь, не так, я верю, что в следующем году будет вообще все супер, потому что 2023 год, 23-й, не может быть плохим. Вот, те, кто меня давно знают, знают, что 23 просто мое любимое число. Давайте я, наверное, уберу тортик и расскажу вам кое-что. Давайте я похвастаюсь с вами уже... Вот, это лифт меня поздравляет. Я надеюсь, было слышно. Поздравляет меня даже лифт. Короче, хочу показать вам свои первые подарочки. Будут у меня вроде как еще. Вот, но то, что у меня уже есть. Значит, во-первых, чудесные макарошки. Я уже прям традиционно заказываю себе их... на день рождения, и в этот раз они у меня прям такие ванильные получились. Буду с тортиком кушать, расти попа. И, значит, книга. Ну, книга, как вы видите, тут с ниточками, но называется она прям крестики. Ну, то есть Punto de Cruz по-испански – это как раз техника вот это вот наши крестики, в которых мы обычно вышиваем. Почему на обложке вовсе не крестики нарисованы? И это уж, конечно, другой вопрос. Значит, что с этой книгой? Эта книга, как вы понимаете, связана с вышивкой, но нет. Вообще заявлено, что, в общем-то, вышивка чуть ли не главная героиня этой книги, потому что у одной из девушек, которая на самом деле вот прям главная героиня этой книги, у нее... погибает или при каких-то обстоятельствах, в общем, уходит из жизни ее подруга. И она вот впадает в какую-то такую прям депрессию, из которой ей помогает выбраться вышивка. Поэтому вышивка как бы играет очень важную роль и вроде как придает ей силы и смысл жить дальше. Ну, по крайней мере, местные вышивальщицы читают, рекомендуют. Вот поэтому, собственно, и мне захотелось. Книгу написала, кстати, мексиканская писательница. Вот поэтому... Каждый год весной, в прошлом году я в конце октября обещала, что буду книгу на испанском читать. В этом году вот у меня снова появился мотив почитать книгу на испанском. Посмотрим, получится ли у меня на этот раз. Буду, если что-то интересное вычитаю из этой книги именно про вышивку, буду обязательно рассказывать. Ну или если сюжет тоже интересный, тоже буду рассказывать, вряд ли ее переведут на русский. Хочу, во-первых, поблагодарить всех вновь прибывших и вообще, в принципе, всех. Мой предыдущий ролик о переезде в Аргентину как-то вот неожиданно приобрел большую популярность. На меня подписались немало новых людей,
И я хочу все-таки как-то уточнить немного, что у меня преимущественно все-таки канал про вышивку и про Аргентину. Я рассказываю, ну, либо в промежуточках между вышивки и вот специальные выпуски. Не так часто у меня про Аргентину случается. Если вам действительно понравился именно этот формат более такого типа влога разговорного, поставьте мне, пожалуйста, какие-то там плюсики или уточнения, я бы тогда это больше снимала, потому что обычно я спецвыпуски все-таки делаю такие больше типа экскурсионные, и они занимают достаточно много времени. Я учла все насчет конгресса, он будет, ну, будет не совсем скоро, потому что мне надо туда сходить, все отснять, потом все отмонтировать и так далее, поэтому вот это займет некоторое время. И большое всем спасибо за ваш интерес к моей любимой Аргентине. Ну и давайте, наверное, расскажу кое-что вышивальное. В честь дня рождения я иногда устраиваю себе эти нерождественские старты. Я вот, кстати, заметила, что в прошлом году я этого не делала. Я начала только одну работу. И меня все-таки вот одолела вот эта вот хандра. Я это объясняю тем, что да, наверное, старость не радость, потому что я не знаю почему, вот у меня как-то такое не очень хорошее настроение обычно в эти дни. Но, с другой стороны, эта хандра меня довела до того, что я все-таки в конце октября сделала свой канал в попытках уйти от этой хандры, и надеюсь, что в этом году этого не случится. Но помимо того, я, например, вспоминала, что в 2020 году я делала себе месяц стартов и начала целых 23 работы в октябре, все в честь моего дня рождения, потому что начиналось с 5 октября. И вот тогда у меня никакой хандры не было, мне было не до этого, надо было 23 старта начать и как-то их продвигать. И параллельно я еще что-то, по-моему, на первоотшив шила, но не важно. Так вот, в этом году я решила, что у меня будут обязательно старты. Их, конечно, будет не 23, а, наверное, поменьше. Но я постараюсь начать все свои самые-самые желанные работы. Значит, у меня есть некоторые схемы, которые я купила уже, наверное, очень давно. Я их по-прежнему люблю и все никак не начну. И я вот считаю, что хватит уже откладывать, надо действительно вышивать их. Пусть они начнутся, я там в этом месяце вышью 100 крестиков, но я буду знать, что они начаты, и, скорее всего, я их буду продвигать. Ну, вернее, не скорее всего, я их буду продвигать, а так они будут еще лежать неизвестно сколько. Ну, и другие схемы, которые вот прям мне очень-очень нравятся, я тоже считаю, что надо начать. Но именно в сегодняшний день, в день своего рождения, 5 октября, я, естественно, начну схему, которую про себя любимую. Праздник мой. Вот. Она так и называется, по-моему, даже Яна и Жакаранда. Мне ее нарисовала моя подруженька Ксюша Бамбола. И, собственно, там изображена я и мое любимое аргентинское дерево. И вот эту схему я планирую начать, автопортрет, и вышивать в этом месяце. Надеюсь даже, что у меня, возможно, получится вышить ее к цветению этого чудесного дерева, которое цветет у нас в ноябре. Другие схемы я тоже начну. И буду, естественно, показывать в сериях, как обычно. Поэтому ждите нерождественские старты в этом месяце. А еще тоже такое, знаете, для затравочки расскажу. У меня наконец-то возвращается моя мастер по маникюру. И это не просто моя радость, что у меня теперь будут красивые ноготки в кадре. Я думаю, и вам приятно, и мне самой приятно смотреть на свои аккуратненькие ручки. Ну, даже не только это, она мне везет подарки. Вот. Во-первых, она возвращается из Санкт-Петербурга. Я, во-первых, сама себе купила подарочки. Знаю, что она как раз в октябре вернется. И пользуюсь случаем, мои любимые подруженьки мне тоже что-то передали. И, собственно, из того, что мне привезет эта девочка, я половину знаю, потому что это я сама купила, а другую половину не знаю, потому что это подарок от моих любимых подруженек. Вот, поэтому будет еще и видео про
вот эти вот подарки. Так что такой небольшой анонс. Большое спасибо, что провели мой день рождения вместе со мной. И всем желаю такого же добра и счастья, здоровья, как будто вот это у вас день рождения, не у меня. В общем, большое спасибо. Посылаю вам и виртуальный тортик. Купите что-нибудь, скушайте сладенькое за мое здоровье. Всем большое спасибо и до новых встреч. Пока! Я только не нашел.